Итак, уважаемые телезрители, 4-й международный фестиваль в гостях у Арлекино, собравший около 200 гостей из разных стран – Испании, Италии, Израиля, Финляндии, а также других стран – подходит к концу. Сегодня актеры будут собираться на финальную часть, на замечательный праздник, на котором будут известны результаты, будут получать премии и так далее и тому подобное. Об участниках спектаклях, об атмосфере и о своей удивительной работе нам сегодня расскажет член жюри фестиваля, музыкант и композитор, директор Варшавского международного фестиваля кукольных театров и анимационного кино для взрослых «Кукла тоже человек» Марек Журавский. Марек, а вот в театре кукол персонажи говорят неестественными голосами. Или наоборот, максимально естественно. Ну, конечно. Для чего вот это нужно? Дети, может быть, по-другому не поймут, что ли? Мы работаем в театре. Но как рассказывать на сцене? Ну, знаешь, так как мы разговариваем домой или с подругом, ну, это неинтересно, да? Нам надо передать звук, голос актера. Это тоже элемент актерства. Но мы знаем, что некоторые... У нас в Польше мы говорим это артистовские, заигрываются, да, там, но надо совсем подумать, что как передать то, что самое главное в спектакле. Вы организатор да. фестиваля «Кукла тоже человек». Угу. Вы сами в это утверждение верите? Вы сейчас в нашем разговоре упомянули, что кукла почти человек, но с ограничениями. Недавно приходили ваши коллеги из Ереванского театра. Они говорили, что театр кукол прекрасен тем, что на сцене может происходить чудо настоящее, прямо здесь и сейчас. Вот скажите, вот кукла тоже человек. Это чудо? Сами вы в это утверждение верите? Или все-таки как-то это преувеличение? Так точно. Верю. Почему? Знаете, кукла есть с человеком от зараннего истинения. Первые люди одевали куклы, они передавали, они строили и передавали ее внимание. Это мы победили с мишком или там с кем-то, вау, идем в бой, в борьбу. Передай нам силу, чтобы победить. Потом и детей тоже. Мы смотрим и сегодня. Сидит ребенок, у него игрушка. Она открывает, что мы увидели в реальной жизни. Это одна. Также кукла очень близко жизни человека. Она была всегда, есть, думаю, что будет. Другое, то есть то, что, конечно, кукла – это кукла. И как я помню, Образцов сказал, но кукла, мы все знаем, что это кукла. Кукольная кукла, ну, совсем. Но в чудесный способ, в руках кукловода, актера? Да, актера, она преистачается в чудесного актера, который не имеет никаких границ. Вы впервые приехали к нам в Омск. Да? Еще-то приедете? Да. Понравилось вам у нас на фестивале? Конечно. Очень хотел бы приехать на колейный фестиваль. Но, может, не, конечно, как член жюри. Это много времени забирает эта работа. Но не было часу посмотреть городам. Но, по крайней мере, театр посмотрели. Вам понравился сам театр? Сам театр? Вау!
очень здание, которое я хотел бы иметь в Варшаве. Хорошо, ну что ж, приезжайте к нам еще в гости. Мы надеемся, будем что взять. Вы в следующий раз сможете приехать не как член жюри, а как участник именно. Мы продолжаем. Друзья, мы продолжаем наш эфир прямо сейчас в нашем эфире. Новости на 12 канале.